Ольга Бузова признала, что расставание с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, стал самым сложным периодом в ее жизни. «Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла», – ответила поющая телеведущая. Тогда она получила колоссальную поддержку в своем инстаграм-аккаунте. Звезда «Дома-2» поняла, что социальная сеть может быть прекрасной платформой для обсуждения проблем. Недавно была новость. Тамара Плетнева, председатель Думского комитета по вопросам семьи, сказала, что она против того, чтобы мужчинам, которые избивают своих жен, запрещали подходить к своим жертвам. «В моей жизни через домашнее насилие прошло огромное количество подруг. Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта студии, мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин», – пожаловалась Бузова. Поющая ведущая призналась, что и сама сталкивалась с домашним насилием. «Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю, всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи», – поделилась наболевшим звезда «Дома-2». Ольга уверена, что в подобных ситуациях нужно не терпеть, а уходить. «Многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время, мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начиналось с нуля, с новой машины, с новой квартиры», — рассказала поющая телеведущая. Ольга Бузова не назвала имени. Однако журналисты предположили, что речь идет о ее бывшем муже Дмитрии Тарасове.